Ой-ой-ой, это Огар тоже сдох. Ой-ой-ой-ой. Они пойдут за ним до конца, до конца. Что это, блядь, на пол экрана? Да. Да. Прикиньте, на пол экрана шняга какая-то выскочила, предупреждение или, блядь, оповещение какое-то. И в итоге, сука, это все подстроено. Ну, блядь. Убить его! Да, без Б. Без Б. Бля, неужто уйдет? Ну, везунчик. Мистер Лакер. Мистер Лакер. Ух ты, сколько здесь фарма-то. Я, бля, никогда в доте столько не фармил. Кстати, огненные стрелы жрут ХП. Здесь опасно находиться. Открытая местность. Открытая. Так и сделаю. Сам виноват. Все, что пожелаете. Так и сделаю. Бля. 31-32. Мда. Все, что пожелаете. Так и сделаю. Ладно. И где же эти тунеядцы? Интересно. Вардит. Так и сделаю. Вардит тоже хочет выиграть. Взял этот магичка заразительная вардами. Так, все, пришло время расстаться с этим говном. И купить уже... Что прикажете? Иренхель. Куда пойдем? Все, вот теперь. Кто там, панда буянил? Сейчас я панде покажу. Эх, радует, что мои корифаны меня убивают даже без меня. Это радует. О, отомстили! Аля. Убить этих щебней. Пушат? Не пушат. А, Рушана. Кстати, точно. Я Рушана могу уже в соло отыметь. Отрескилить. Как бы это на моем языке звучало. Бум! Включаю армлет. Вырубаю это. И все, у меня идет отжор. Идет отжор. Ах, посмотрите, сколько атаки! 140, 150 сейчас будет. Смотрите, 151. Мне, естественно, мне. Кому еще? Не антимагу же. Сейчас пойду еще отрегенюсь. Вот так. Точку зафармлю. Пум-пу-пу-пу-пу. О! Я чувствую себя волокасом. А это все твинки. Что там, что за прокладцы? Так, панду. Панду убивают. Пфф, не, ну панду просто так не взять. Это как факт. Ульт ее. Ульт-то не отменили. Не изменили. Если бы изменили ульт на какое-нибудь говно, вот, например, на Миранину стрелу, тогда да. Или на Хускара стрелы. Но Хускар это один персонаж с такими стрелами, которые отравляют. О, не отравляют. По-моему, еще... Или нет у него кого? Так и сделаю. Не, анимации больше ни у кого такой нет. Типа огненные стрелы. Ладно. Ща. Они выжидают. Они хотят сделать минус меня и пойти пушить. Потому что они понимают, что... Я пока тащу всю команду. Тащу как могу. А без меня команда это все. Ну это FF. Как там песня есть? FF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 
Дима. Так, кстати, у них нет вардов. Ой, я повес.
Повис, котлис. Все, что пожелаете. Да ведь на... Ой, ну все. Ой, ну все, все, все. Все, задница. Все, жопа. А минус Аегис. Минус. А, собственно, как он с Таном попал? Как? Ой, ППМ убил. Стрелы, оп, стрелы, оп. Да. Да. Да, да, да. Потому что его гаймага не было. Минуту респаться, минуту респаться. Ой, так мы никого не убивали. Сейчас я напишу, подождите, свое заветное слово. Минус FF. Минус FF. Мне-то на ПТС наплевать. Я на ПТС буду пахать только летом. О, видели, что два стана дал. Огар. А, с аганимом. О-о-о. Только без МП уже. Второй стан стоит 400 МП. Чего он дерется? Ну все, он сдох. Все. Угу. Ну, Потма, стрелу хоть дай ради приличия. Правильно, бомжа. Давай, убегайте. Сейчас это может даблкил сделать, если бы у него было бы альт. Но это если бы... Если бы, да кабы... В лесу растили бы грибы. Его нет. Растили бы человеки. Фу. Кстати, а я понял, почему я начал подыхать. Я ж продал щиток. Продал щит. Сейчас еще кое-что. Закуплю. Бля, жесть, жесть. Жесть, 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 жесть. Ой, ой, ливни, ливни, манда, ливни, ливни, ливни. Свечку поставлю, у ливни. Ливни, 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 ливни. О, блядь, ливни, ты уже, наконец. Ливни. Ливнет или не ливнет? Ливни, 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 ливни. Лива, лива, лива. Уже проклацаю. Не существует бога. Да, о, существует, существует. Давай, давай. Ну ее не кикнет ее команда, потому что они их тащат. Давай. Хорошо. Экстренное оружие, запомните. Сейчас она опять залагает. Я же сказал. Кикаем, 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 кикаем. Сейв гейме. Ой, как этого про. Это так печально, когда в сохранении залагал. Давай, давай, давай уже, давай, кик. Она и все, все, все. Не поможет ей реабилитация, реабилитация это не поможет, не поможет. Все, придется 3 дня ждать, так сказать, тело пусть протухнет чуть, настоится. Давай, ну что ж ты так долго висишь? Какой-то у меня сейф экстренный был. Экстренный сейф. И сколько так мне ждать? Часа 2. Я сломал всю судьбу ЦМ-ки. Ну, фига себе. Какой же был сейф экстремальный, давай. Ну, ливни ты, ливни ты, ливни. Ливни, не мозоль глаза. Все, что пожелаете. Мрази швайнерши. А это что? А, ой, замес идет. Так, хилочку на себя срочно. Так, вижу цель, вижу цель. Не-не-не, я вот это вот, ща. До конца, до конца. Ну... Ну вы как? Давай, давай. Кого еще убивать?
Не, а мы убили этого? Нет, чё, мы не убили лишака? Нет, вот вы представьте, я это говно упустил, и его Магина не догнала. Магина всегда должна догонять. Вот, сами виноват. Спокойно, размен был офигительный. Когда мы вместе, мы сила, непобедимые. И сейчас она... Сейчас хилку дам. Пусть он похилится чуть. Мне он еще пригодится. Не, ну ты чего? Скотина, блядь. Да мне наплевать... Ага, возвратка урона. Бить до конца, бить до конца. Все, что не, ну просто парни реально, они дебилы или притворяются, может они вообще мудаки по жизни. Ладно. А это что? Ты чудо, Юда, в перьях. А, ну да, БМы там понасобирали. Кого ж я бью, кого ж я бью? Я ж тебя буду бить, брать. На, давай, давай! Как там у школьники обычные говорят, когда драка идет между школьниками? Давай, давай! Ударь, попробуй меня! На что я ей всегда ударяю? Не, чуваки, не-не-не. Так дело не пойдет. Зул-Джин, я за Зул-Джина отомщу. Ладно, это был бы какой-нибудь султан, а не Сулджин. Это одно. А вот Сулджин... Сулджина нужно почитать. Прольется кровь. Ладно. Всё, все деньги отфармил, считайте, которые мной были потрачены на выкуп. Все, что пожелаете. А Джор не такой уж сильный идет. Такой. Все, что пожелаете. Так и ну и чё, а вот что мне еще собирать? А я знаю. БКБ. Хо-хо-хо. БКБ, соберу и богичку я убью. Или шрак мне будет не помехой. Ничего не складно. Ну такова роль топ-геймера. Я еще раз говорю, я учился не на философа, не на певца, а на топ-геймера. Чё там у этой арабиджи? Угу. Бега за 40 минут. Нищебродка. Я такой не проиграю доту. Ни за что. Так и сделаю. Сам виноват. Всё, что пожелаете. О, окружают. Засада, засада, смотрите. Обдумывают, переговариваются. Так, пан такой, так, ну счет, мужики. В текстурку зашел. Надо, типа, приманить, типа, приманка. Приманка, да, идет приманка. Мудаки, бля, ой. Слушайте, вы такие? Ой-ой-ой. Мастеры, блин. Им нужно рыбу ловить. Вот этим пятерице, который против меня играет. Пятерица. Ну и чё, ну и что? И что будем делать? Сейчас же этот умрёт. Умер. Пока. Так, первый навес. Она хочет... А где остальные? Ух ты. Я вижу цель. Двоих мультикаст. Сейчас еще. Ну и все, сдох. Эх. Да. Не понял. Мюсьен, дежави. Да мне наплевать на твою возвратку. Баратун. Все, что пожелаете. Баратун. Вороток. Ладно. Огненные стрелы уже можно не юзать. Потому что два орб-эффекта они... не сочетаются. То есть от Джора у меня не будет никакого. Что я собирал, доминатор, что не собирал.
Ну да, давайте. Сбейте мне весь фарм. Сломали мне, блядь, всю жизнь, ублюдки. Ну и что? Вот сколько можно? Сколько можно? Ну, они Рошана. Отойди. Нет, не... Блядь, что-то здесь нечисто, здесь нечисто. А, варды. Ой-ой-ой, варды. Не коцается. Все, сбегаются нищеброды. Ну куда ты? Так. Сейчас очень ответственный момент. Скотина, блядь, надо было ультануть нее. Все, что пожелаете. Жду. Я жду. Пусть кто-то другой затанет. У нас даже танка нет. Понапикуй токров, думаю. О, новый Огард восстанет. Это же, блядь, круто. СБМ, мудак, юзанул. Скотина. Получай, блядь. Все, что пожелаешь. Давай, нарезаем. Так и сделаем. Давай, вот этого, эпицентр. Еще кого? Все, я убит. Ну, где Станы где? ЕПРСТ, давай, ведь... Нет, да речи я не потерял. Я знал, что за место я затащу. Надо бы отпить царской воды. Не убьют. Шутка. О, Кармак, сдохни. Приезд Торф Мун. Кстати, у меня почти БКБ. Если я дособираю БКБ, все. Я буду первый влетать. Кстати, а БКБ, по-моему, как раз про тысячу барьер. БКБ пробивает его ульт или нет? По-моему, нет. По-моему. Но лично у Энигмы ульт забирает БКБ. Ну, проходит в БКБ. У дерева ульт также проходит БКБ. Посмотрю. Зул-джин будет отмщен. Так, а что мне теперь можно продать? Стики тогда зарешали, конкретно зарешали. Они, бля, спасли мою жизнь. Ладно. Извини, я долго решался. Ой-ой-ой, что я иду с включенной рукой? Не, ну и чё, эти слайды, ё. Без фрапса выдает 40-50 FPS, а так 20. Так и сделаем. А для человеческий глаз видит 20, стандартно 25 должно быть, чтобы не все гладко шло. А лучше 30. Вот 30 FPS и все гладко. О, минус латенси 250. Так и сделаем. Не. Нет, 250 это садомас. Что у Вагиныча? О, БКБ, Башер. Так, почти меня перефармил. Ну, Хускар, это не фарм, Перес. Не фарм, ни в какую сторону это не фарм. Что им грамотно можно делать? Так это вот цемок вырубать, саппортов одними. Другими словами. Вон, почему все БМ-то пособирали? Боятся Хускарича. Но с БКБ мне будет особенно наплевать на их БКБ. Ой, на их Бледмелли. Так, ну 45 минут игра идет, вы что?
Не, ну это слишком, кстати. Это, бля, 45 минут, вы прикиньте, я что-то и на времени посмотрел. Смотрю, 45 минут. Это что такое против рандомов? Я помню, давным-давно играл, когда вот с френдами, там, АП, ЦМ. Есть ли рандом игра, вы прикиньте, там, когда против рандомных пацанов играем. И чё это такое? Скотина, блядь. Скотина, мне наплевать на твою, бэм. Говно, 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 кого бить? Кого бить? Кого бить? Кого? Я вообще себя в кустах не заметил. Мы, по-моему, здесь выиграли замес. Ой, меня одного убили. Вы прикиньте, меня одного. Давай стан. Первый стан. Так, мультикаст 3Х. 3Х, все. Стоило мне сказать. Эй, собрались. Эти, как там, крестьяне, вилы в руки. И пошли. Вот так вот. Фига, 10, 11. Не, вышку не успеют сбрить. Эту вышку не успеют. Мобы сейчас еще резнутся, а мы и мид успели. Ну вот это жесткий был. 1 на 5. Да, 1 на 5 размен. И игра интересная была. В плане того, что я показал, как наглеть, если Хускару дают один удар, он должен дать еще один удар. Если ему еще подали... Да, есть такие, которые... ты им 3 удара нанесешь, они тебе 5. Но тогда уже надо до конца этого... Уё... Я не буду говорить полное слово, обозначение его. Уё! Значит, уё придет сразу. Моментально. БКБ свиток 1300 стоит. Мне не хватит, даже если я продам стики. 2 КХП. Нехило, нехило. Мы еще и убиваем, вы прикиньте? Они без меня справляются. Ну правильно, за счет меня откормились, парни. Откормились. Почему бы не нагибать-то? И сколько адена? 250. Не, я все-таки стики не продам. Я лучше вот тачиту зафармлю, подфармлю, так сказать. Сейчас точечку подфармлю. Ульта, ну оп. Вот чем меня бесят эти инвизы Мираны. Тем, что когда она... Инвиз-то на всех, на всю команду, кто живые, на всех вешается инвиз. И герой становится как вкопанный, то есть не атакует мобов, меня это бесит. Все, куплено. Все куплено, перекуплено. На этом и строится Russian Good. А, да кипдеби, все, чё они играют, чё пацаны играют, думают, что вот это чудо в перьях с БМом вытащит, мне на БМ уже наплевать, нассать. Не вытащит ни в коем случае, пойдемте уже, трон надо, трон сносить. Так и сделаем. Снесем трон, покажем им, кто здесь царь, царь точнее, а вы как моя свита и будете. Ну блин. В текстурах меня не видно. О, хоть бы сейчас бы какую-нибудь СМ-ку, а? Поймать, давай. Так и сделаем. Я видел цель. 4Х, она еще и нажала этот вошла в госкепитер, а госкепитер, кто не знает, я вам скажу, что он, в общем, к магиям дает резист. Ой, не резист, а вы больше уязвимы к магиям в госкепитере, Eternity Blade. Это все с одной оперы.
Все, прощай, прощай. Прощай! Кстати, я забыл включить этот. Ну, чё? Иди ко мне. Фига, это как пролетел так? Ты чё? Что? Не, ну все, ты сам напросился. Говнюк. Ну, зато и минус 3 стороны. Аплодисменты Виджелинку. Он затанчил и затащил весь гейм. Если бы Миран и Саскади бы отсосали, если бы не топ Виджелинк, Захускара всех поработил. Поработил. Ой-ой-ой, какой стат-то. Какой стат. Вот Магина с таким счетом. И что? Что это имеет? Что? Так ее даже в завесах не бывает. Ну ничего так. Ничего так, шмот по шмоту. Все, игра вин.